Мэнс Клиник. Біз үшін сіздің уақытыңыз қымбат. Бір сағат ішінде толық тексерілуден өту. Анализдердің нәтижесі дәл сол күні. Ерлер денсаулығының үздік мамандары. Мэнсіз тұтынушылық қызмет. Шеті ыңғайлы, ыңғайлы тұрақ. Мэнс Клиник. Еуропалық медицина деңгейі қол жетімді бағамен. Эфир нашего телеканала продолжает программа «Каждый день» в студии Ирина Черней. Здравствуйте. Наш партнер – лучшая в Актобе клиника для мужчин «Мэнс Клиник». Запишитесь на прием к любому из специалистов на сайте www.mensclinicaktobe.kz и получите скидку на консультацию в размере 25%. Запоминайте адрес: улица Бакенбай-Батыра, 2А, бизнес-центр «Дастан». Телефоны 906-636-8730, 906-636. В продолжении выпуска о погоде. 22 июня в Мартуке ясно, осадков не ожидается. Температура воздуха составит плюс 28 градусов. В Алге плюс 29, также ясная погода без осадков. В Хромтау малооблачно, синоптики осадков не прогнозируют, 26 градусов тепла. В Батамше столбики термометров покажут плюс 25, ясная погода на протяжении всего дня без осадков. И в Шалкаре пасмурно, без существенных осадков, плюс 25 градусов. Далее в эфире прогноз погоды в нашем городе. В кинотеатре «Локомотив» вы еще можете посмотреть фильм «Мумия». По сюжету, во время выполнения секретной миссии специальный отряд вооруженных сил США неожиданно обнаруживает странное подземное строение, напоминающее гробницу египетских фараонов. Вскоре выясняется, что это совсем не гробница, а настоящая подземная тюрьма, куда много веков назад была заточена принцесса Аманет, заживо мумифицированная и помещенная в массивный саркофаг. Но спустя тысячелетия она готова вернуться в наш мир. Своим. Дженни, не сдавайся. Я боюсь. Мы выберемся. Не бросай меня. Тебе не убежать. Дженни! И не скрыться. Подчинись ей. Мумия. Центр занятости населения приглашает на очередную городскую ярмарку вакансий, приуроченную ко дню столицы. 4 июля в 10:00 в парке имени первого президента. Справки по телефону 51-87-45, 51-22-49. Приглашаем вас на общественные тренировки 25 июня в 10:00 в парке имени первого президента. 18:00 в сквере 12-го микрорайона, а также 18:00 в парке здоровья в районе Батыс-2. Цель общественной тренировки – повышение роли физической культуры и спорта в жизни города. Увеличение числа жителей города, занимающихся физической культурой и спортом. На сегодня это все. Наш партнер – клиника для мужчин «Мэнс Клиник» заботится о вашем здоровье и предлагает ряд услуг. Лечение мужского бесплодия, сексуальных расстройств, простатитов, ожирения, обследование на половые инфекции, УЗИ и весь спектр анализов. Улица Бакенбай-Батыра, 2А, бизнес-центр «Дастан». Телефоны 906-636-8730, 906-636. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Мы вас встретили. Внимательно выслушаем. Осмотрим. Увидим все. Обследуем. И обязательно поможем. А главное, наши цены вас приятно удивят.